Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот кучка посылок. Давайте откроем и посмотрим, что у нас внутри в них. Итак, давайте начнем по порядку. То есть вот немного посылок, некоторые из них уже у нас были. Давайте посмотрим вначале на Кэтбоя. Наконец-таки пришел Кэтбой. А если кто следит за моими видео, то знаете, что у меня приходило несколько раз Вайлет. Подписчик из канала написал, ему нужна была Вайлет. Мне нужен был Кэтбой. И он написал, ему написали, ответили из поддержки Gearbest'а. Говорят, что Кэтбоев нету, есть только... А, наоборот, что Вайлет нету, есть только Кэтбои. И я купил еще раз тогда, и все равно пришла Вайлет. Заказал еще племяннице, Вайлет решил уже заказать. И теперь пришел Кэтбой. В общем, ну отлично, будет сыну Кэтбой, а племяннице отдадим сына Вайлет, если она еще в целом состоянии. Вот как-то так. Отличная игрушка, мне очень нравится, ну такая неплохая, то есть за эти деньги, сколько она стоит, очень-очень неплохо выглядит. Вот, далее у нас батарейки уже были, я купил их, получается, две пачки, на Gearbest'е покупал. Две упаковки. Их еще я покупал с применением поинтов. А чуть позже был купон на покупку еще дешевле в российской версии сайта. Но отправляли они их от 29 марта. Ну и немножко позже я заказал еще две пачки, так что еще две пачки будут идти батареек. Вот, еще заказал две пачки с российской версии сайта, которые отправят 29 марта должны отправить. Ну, подождем, посмотрим. По-моему, их даже отправили уже, я уже сейчас и не помню. Батарейки отличные, то есть получается около 4,5 доллара там, или около 5 долларов вышло, да, то есть 130 гривен за эти деньги, то есть, ну, хороших батареек у нас можно купить. Купить только 5 штук. Получается двойная выгода, чем покупать эти батарейки, ну, такие, ну, такого качества батарейки у нас. Вот. По батарейкам у нас все. Далее у нас, давайте посмотрим вот эту вот свинку. Свинка — это светильничек. У меня, ну, как бы фонарик, наключник. Из пластика намного хуже пластик здесь, чем у предыдущих светильничков. Ну и давайте посмотрим, как он светит. Просто светит светлым фоном, ничего не подсвечено, ну, не играет здесь, просто светит и все. Здесь сердечко у него. Вот такой вот поросенок. Наключник, неважное качество, то есть стоил он почти так же, как и предыдущие все светильники, которые у нас были, наключники. Там и Марио, и Черепашки-ниндзя, и Смерть с косой была, и все они были, ну, намного лучшего качества, чем эта свинка. Ну, пусть будет в коллекцию ребенку. Далее, шнурки у нас светящиеся уже были. Давайте попробую их, положим их возле света, пусть позаряжаются, и уже в конце видео посмотрим на них более детально. Вот, вот такая вот лампа, покупалась она на eBay, я уже реально забыл о ней, что она идет куда-то или что-то вообще, и, ну, реально забыл о ней, и вот она пришла. Вот это все так выглядит, помято все, грязная. Грязная она в какой-то стружке металлической. Вот. Это магниты, я так понимаю. Давайте проверим. Да, магниты можно где-то закрепить. Но что-то они слабенькие магниты. То есть на нож прилипают слабо. Ну, на 4, я думаю, более-менее будут держаться, если на 4 их приклеить. Но неважно, выглядит это все. Ссылка, конечно, будет в описании, но как бы не особо это мне нравится. Идет 6 вот таких вот полосочек. Ну и получается, нужно придумать, куда ее прикрепить. То есть еще нужно какое-то дополнительное питание. То есть, ну, полосочки отламываются вот так. Давайте. Вот, и вставляется вот сюда. Вот так. Плюс-минус. Ну, подключается питание, получается такая вот розочка. Отложим пока. Далее. Далее, вот, ну, этот переходник USB, микро USB, их миллионы уже были. То есть, это Xiaomi-шный.
Xiaomi. То есть, ну, он по качеству ничем не отличается от других, поэтому просто Xiaomi. Причем тут никаких опознавательных признаков, что это Xiaomi, нет. Просто упаковка Xiaomi и наклейка, что это Xiaomi, и все. Так что если кинуть его к остальным, их не отличишь, наверное. Ладно, откладываем. Далее, вот такая вот штука, это крепление на телефон. Опять же, еще одно. По-моему, это уже было с Gamis. В этот раз это не металл, вот это вот, а пластик. Причем пластик матовый, и он, я так понимаю, полностью... Ага, снизу он коричневый. И давайте посмотрим, отгибается или не отгибается. Так, отгибается, туго тоже отгибается, но здесь много косяков. Вот именно вот это вот колечко, оно все какое-то... Ну, плохо сделано. И на ощупь оно тоже как пластиковое, просто покрашенное так. Ну, он стоило там сущие копейки, то есть кому-то подарю, отдам. Далее у нас вот такой ремешок. Ремешок уже я не первый раз беру, этот второй для Mi Band. Mi Band я сейчас отложил, то есть сейчас хожу с MS Fit, там, бип. Но ремешок купил на всякий случай. Mi Band я никуда не дел, то есть он у меня лежит. Возможно, еще буду им пользоваться, то есть ни для каких целей не знаю. Ну, как бы, буду пользоваться, в общем. Вот этот ремешок купил, потому что здесь жесткий корпус, и он, возможно, подойдет. У меня у жены Mi Band остался еще, если у нее испортится ремешок ее, то посоветую и этот, потому что у меня про предыдущий мне очень нравится. То есть в данный момент у меня на Mi Band именно такой ремешок. Последнее, что я хотел посмотреть, это... Вот такие вот липучки на клавиши. Причем я заказывал их черные и белые. А тут пришли, получается, белые. И те белые. Вот накладка. Это просто накладка на клавиатуру, что ли? Или как? Или она лепится сверху? Это получается накладка на клавиатуру. Она не клеится. В общем, это накладка на ноутбучную клавиатуру. Для каких клавиатур она подойдет? Так, что это? Protect Your MacBook. Это для MacBook. Я не досмотрел и заказал их две штуки. Я думал, что это обычные наклейки. Что... Это обычные наклейки для кнопок на и наклеить. Вот у меня клавиатура. Я, в принципе, привык, набираю ей, пользуюсь без всяких наклеек. То есть, ну, и без проблем все. Но хотелось бы, чтобы все-таки были русские, потому что иногда, особенно вечером, не всегда сориентируешься, с какой кнопки начать. Хотел, конечно, ее русифицировать, поэтому купил белые, но... Получается, я купил для MacBook'а. В общем, вот такой вот прогончик у меня был. Капец. Ну, они полностью на клавиатуру накладываются, и получается, не пропускают туда ни пыль, ничего, то есть можно ее снять, отряхнуть или промыть, вот, накладочку эту, и прилепить обратно. Вот такой вот, такая вот затея. Ладно, давайте, в общем, вооружившись вот таким вот оружием, обрезав от общей клавиатуры вот такую вот ленточку, вот эти вот кнопочки и вот эти вот кнопочки, буквально чуть-чуть пришлось обрезать. И остальное все вот подошло. Получается теперь, ну, немножко вот некоторые буквы, они неплотно прилегают. В принципе, можно было вырезать каждую букву отдельно и поприклеивать сверху. Но резина здесь, она не клеится вообще сама по себе. И просто одевается как одевалка. И немного они на некоторых кнопках неплотно прилегают. И, соответственно, такой еще дополнительный ход небольшой этой резинки идет. Вот буква И, она не совсем ровно вот садится. Но, в принципе, как бы...
бы нормально, более-менее. Вот, я вообще планирую клавиатуру менять, хочу новую клавиатуру себе, Bluetooth вместе с мышкой. Ну, мышка мне и нравится вот здесь в Wondi, а клавиатура мышка бомбовая, то есть она подходит мне идеально, вообще классно лежит. Вот, отличный отклик у нее, все, как бы никаких проблем нету. Ну, вот, клавиатура иногда у меня, заметил, когда набираю текст, у меня буквы меняются местами, то есть первее нажимается, причем на домашней клавиатуре у меня как бы все нормально работает, а здесь вот именно нажимаю, там, набираю текст, буквы путаются местами, и они путаются не из-за того, что я их там неправильно набрал, а из-за того, что, ну, я вначале думал, что это из-за того, что я их неправильно набираю, да, там, в обратном порядке, а оказалось, что просто отклик, либо что-то мешает, там, у меня напихано Bluetooth дополнительный, то есть рядом со свистком от клавиатуры и мышки, поэтому, может, что-то мешает ей, вот, и я думал тебе рапу взять клавиатуру, но пока будет так. Вот, в принципе, вот справились, вот такой вот, как бы, выход я нашел, просто, оп, давайте ближе вот так покажу, вот. То есть я ее натянул, разровнял. Сейчас мы кнопочки еще раз поравняем. Вот. И единственное, что пробел здесь не совпадал. Шифты, вот эти вот кнопки не совпадали. И я их просто взял и отрезал. Остальное, все, что совпадает. Да, по сути, на этой клавиатуре больше ничего другого не надо. Поэтому, ну, повезло, что клавиатура в большинстве случаев подошла. То есть в основная масса подошла, что не пришлось вырезать по отдельности. Вот, поэтому пока побуду так. Ну, а себе поищу. Ищу еще наклейки все-таки какие-нибудь. Об этом потом, о грустном когда-нибудь. И вот такая вот наклейки, получается, эта лента, она отсвечивает. И ее клей там на машину, как украшение на машину, ссылка будет в описании, там по ссылке перейдете, картинку, или картинку я добавлю в видео, как это выглядит вообще на машинах. Так, светоотражатель, вот, ну, в таких условиях не особо можно, как бы, да, понять, как он хорошо отражает или нет. То есть нужно куда-нибудь его прилепить, и потом будет понятно, как он будет выглядеть ночью или что. Ну и последнее, давайте сразу посмотрим, раз уже на то пошло. Это шнурки. Шнурки реально прикольно, вот я их положил на лампочку, они немножко полежали, и реально они светятся. Уже были у нас, и я купил еще одни на запас, потому что они белого цвета, и я думаю, что предыдущие испачкаются и быстро, и нужно будет еще, либо те себе в кеды вставлю, а эти ребенку вставлю в кеды, и мы будем вдвоем с светящимися шнурочками. По поводу лампы, пытался найти, подключить ее к 9 вольтному блоку питания, но здесь его не хватило, тут нужно input 1224. Другая диодная лента у меня работает от того блока питания, а этот фонарик почему-то не загрузился. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!